Ну что, мои хорошие, привет вам всем! Я так за вами соскучилась, пока приехала с отдыха, с моря, с Ялты. Влоги все мои вы видели. Значит, пришло ко мне очень много всяких разных посылочек из Алиэкспресс и, в общем, подарки всякие малышу к дню рождения. В общем, очень много всего. Начнем давайте по порядку. Я не все сегодня расскажу, потому что еще посылки идут. Но сегодня мне пришел такой бьюти-боксик. Я уже тут его открыла. Сегодня мне ее доставили. И первое, что я вижу, открывая... Подарок! Подарок! Подарок, промокод на получение, условия акции. Тут, смотрите, что-то стереть можно. А, Каляев дарит подарок, промокод на получение, подарка. Ух ты, не скажу. А то все захотят получить мой подарок. Надо будет зайти. Значит, это у нас, вот что мне понравилось в названии, крем для рук и тела, выравнивающий тон кожи. То есть я представляю, тон кожи лица все время выравнивается, а тут будут выравниваться руки и тело. Давайте попробуем аромат. Я люблю все, что с дозаторами. Для меня это очень удобно. Я не люблю, когда крем нужно черпать руками, честно говоря. Но бывает, что такие вкусные ароматы. Очень вкусный свежий аромат. Кисло-сладенький такой. Даже больше кисленького преобладает. Это я люблю. Легкий крем эффективно ухаживает за кожей и увлажняет. Богат витаминами. В общем... Вот такое вот чудо у меня теперь есть. Дальше самое интересное, это наша коробочка от New Beauty Box. Такая она классная, здесь все написано. Все возможно, верь в единорога. Потом нет, верь в себя. Мне очень нравится этот прикол. Открываем. Все очень красиво запечатано. Все, уже поднимается настроение. Вау, какая красотка держит коробочку. Мы таем, и мороженка нарисована. Прелесть вообще. Все, распаковываем, распечатываем. Мой любимый розовый цвет. Ой, настроение так и просто кайфует. Значит, что мы здесь видим? Давайте так положу и буду брать. Первое, у нас здесь всякие, значит, рекламки. Значит, первое, что это такое? Это для здорового питания яблоко и клубника. Кстати, я хочу есть. У меня суши лежат в холодильнике. Надо их доесть. На прогулку яблоки, финики, кешью, клубника, семена тыквы, изюм, семена чая. Надо попробовать. Раз я голодная, то надо сделать. Выглядит оно все вот так. Пахнет приятно, в основном орехами. Мне нравится. Такие штучки очень классно к чаю я бы пила. Они сладкие и прям я люблю. Сладости всякие. Дальше мне в руки попадает вот такая коробочка. Это Skin Doctors Supermost SPF 30+. Давайте по-русски найдем. Вот, увлажняющий солнцезащитный крем для лица активного действия. Вот перед морем жалко не было. Перед морем было бы самое то. Ну, у нас солнце, кстати, у нас сейчас погода обещает очень жаркую. Один день был дождь, но обещает сейчас хорошую погоду. Так, достаем вот такой вот крем. Вот так вот он выглядит. Ну и что, и что, и что? Надо попробовать его запах. И текстуру, да? Давайте сразу нанесем его тогда. Ой. На кожу. Легкая очень текстура. Запах. Я бы даже сказала без запаха, знаете. Никакого особенного такого аромата вообще нету. Ну что, это вот такой вот у нас увлажняющий солнцезащитный крем для лица. Это быстро впитывающийся, обладающий эффективной защитой, увлажняющий солнцезащитный крем. Он не жирный, легкий, не закупоривает поры, не оставляет на лице белой пленки. Ну да, в принципе, вот впитался и хорошо. Такой крем у меня теперь есть, девчонки. Дальше, что это такое красивенько? Какое-то вот такое вот сердечко милое. Что же это, что же это? Я люблю вот такие всякие штучки. Кто знает, что это? Я не знаю. Для меня сейчас это будет сюрприз.
Ой, это зеркальце. Ой, какое милое. Ну все, вот буду его таскать теперь с собой в сумке. А то у меня пудреницы постоянно разбиваются. Хотя пудра тоже нужна с собой, да? Дальше. Fun Blush Multi. Это что-то... Это я люблю. Это, наверное, румяна. Или бронзинг какой-нибудь. Вот. Так. Надо попробовать. Сим-сим, откройся. Вот, кстати, ничего не написано. Вот, не написано. Color Fun Well Multi Blush. Blush это щеки, по-моему, да? Вот, я думаю, что из-за того, что здесь много разных цветов, он будет там отливаться как-то интересно, да? У меня, кстати, румян нету. Я пальчиком попробую, потому что за кисточкой... Ой, тяжело и далеко бежать, девчонки. Симпатичный цвет такой, мне кажется. У меня, кстати, румяна, а такие все однотонные, нету таких вот. Мульти, я бы сказала. Мне кажется, это хороший ход. Ну-ка, намазюкала щеки. Матрешка. Чуть-чуть подотрем. Ну как он? Ну я сильно сделала, видите, надо было чуть послабее. Ну так ничего вроде, да? Я же не вижу, зеркала нет. Это маленькое. Так, значит, вот такая штучка у нас есть. Сколько всего интересного. Вот я люблю вот такие. Я люблю косметику. Вот, например, лак, да? Вот такого нет у меня. Люмине гель-эффект. Эффект геля. Значит, будет долго держать. Я все в поисках лака, который будет долго держать лак для ногтей с гелевым эффектом. Это интересно. Ультрастойкие покрытия. Вот. И это красный. Он не простой. Он, знаете, какой? Давайте накрасим сейчас на... Он перламутровый такой немножко, знаете? Красиво ложится, плотненько. С первого слоя. Это мне нравится. То есть второй слой будет замечательно. Да, там такая, знаете, как бы глубокий цвет этих блесток. То есть это не просто блесток, они как будто там в глубине и такие неявные совершенно. То есть вот так сдалека, как будто и без блесток. Ну-ка. Увидите вы или нет? Ну, проверим. Я накрашу им как раз-таки вот в конце этого видео. Дальше. Теперь уже неудобно. Карандашик какой-то. Что это? Одеваш. Ой, одеваш я люблю. Жидкая подводка, фломастер для глаз. Кстати, я, по-моему, у них брала такую. Ну да, она подводит. Ну, что тут? Что тут показывать? Или глаза подвести? Ну, подведу. Раз уж мы тут экспериментируем, все смотрим, показываем, подведу стрелочки. Маленькие. Мне из-за моих ресниц не видно, правда. Когда свежие эти карандашики, очень классно они наносятся. Ну-ка. Что-то я куда-то вниз ее сделала. Да, вот так хорошо. А так вниз. Надо вторую теперь так же. Конечно, это делать надо не наспех. А! Ну вы поняли, да, что стрелки это не мой конек. Мне там пишут и пишут. Стрелки не мой конек. Стрелки требуют особого внимания. Ох, стрелище прям сделала. А вот она. Я, блин, в большое какое-то зеркало смотрю. Тут одно увеличительное, одно нет. Вот так и бывает у меня. Я делаю, например, стрелку. А на раз не получилось, я ее еще жирнее, потом такие стрелки жирные получаются.
Ох, стрелище, видали? Вообще, я училась, у меня очень... Я много знаю техник рисования стрелок. Но каждый раз я вот себе, да? Не могу найти идеальную стрелку, на самом деле. Мне даже кажется порой, что они мне не идут. В общем, стрелки до ушей у меня получились. Это нужно стараться, и поэтому я не делаю стрелки. Вообще, мне кажется, мне они не идут. Я все время не могу найти свои стрелки. У меня огромные сейчас стрелки. Не смотрите на них. Давайте лучше посмотрим, что еще нам в бьюти-боксик положили. Это Гарниер, чистая кожа 3 в 1, гель, скраб и маска. Супер, гель, скраб и маска. Салициловая кислота от прыщиков, значит. Кстати, меня часто спрашивают, что же от прыщей? Вот сама не знаю, но у меня они как бы только перед днями там высыпают точечно как-то. Я ничего с ними не делаю. Может быть, только лосьоном огуречным протираю. Ну вот, смотрите, можно сделать такой уход. Очищает, отшелушивает, матирует. Для жирной кожи, склонной к появлению несовершенств. Ну вот. Вот такой вот Гарнье. Давайте запах почувствую. Почувствую. Приятный свежий запах алоэ, знаете, что это такое. Они умеют. Да-да, сейчас уже. И последнее, Диваш, Вельвет. Ой, кстати, хорошие тоже вот эти помадки. Какой цвет? Вау-вау, красивый цвет. Ой, губы накрасила, это уже не покажу. Давайте сводчик вам сделаю тогда. Вот. Такой фиолетово-сиренево-малиново, что ли. Этот цвет помады 12. Будем красить. Вот и все, наш бьюти-боксик готов. Больше ничего нету. Спасибо большое New Beauty Box, девочки, кому интересно получить. Я всегда говорила, что мне вот эти коробочки очень нравятся. Знаете, вы никогда не знаете, что в этой коробочке. Раз там пришло. И радуйте себя вот такими маленькими мелочами. Видите, сколько всего прикольненького мне пришло. И я внизу оставлю, естественно, на них ссылочку. У них там каждый месяц или какое-то постоянное время выпускают они бьюти-коробочки такие. И что-то интересненькое всегда в них лежит. Спасибо, New Beauty Box. Продолжайте нас радовать этими милотами для девочек. Все, я вас целую, всех обнимаю и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Все ссылочки внизу. Подписка, лайк. Еще он очень быстро сохнет.